Ребят, экзе-игры не умерли, все в порядке. Бродя по просторам геймджота, когда искал экзе-игры, я наткнулся на вот это творение. Медвежонок Барни экзе. Все вы знаете такие пирожки, медвежонок Барни, в виде таких же медвежат, которые были с каким-то вкусом, типа шоколад, молоко, яблоко, сгущенка, банан и так далее. Кто-то додумался сделать про это экзе-игру. Ну, не знаю, может быть она короткая или нет, но давайте посмотрим, нажимаем старт. Так, что убираем? Батончик сам выбираем, пирожочек. Кстати, в главном меню еще играла музыка в конце смертельного файла Suicide Mouse, кто не понял. Не понял. Это что за фигня? Охренеть. Suicide Mouse, да ладно! Так, я понял уже, что этих шипов не надо касаться. Иначе будет... Блин! Иначе будет рестарт. Не понял. А что там эти шипы делали наверху? Я думал... Ё-моё! Конец игры. Опять-то музычка. Окей. А что еще будет? Ладно, пойду поищу еще какие-нибудь игры. Вот, скачал я, значит, вот эту игру. От, ну, знаете, ее ДК снимал уже больше года назад, даже два. Я хз, когда его видео по этой игре вышло. Ну, в общем, создатель игр, как видите, Максим Дубина, Лунтик X Fanmade. Давайте посмотрим, что это. Вупсень пришел к Пупсне, чтобы поделиться молоком. Вупсень. Пупсень, будешь молоко? И тут пришел Лунтик X. Так. А-а-а, бежим! Я хз на какую стрелочку нажимать. А, надо нажимать налево. Я так понял. Значит, мы идем двое. К нам, значит, присоединяется этот Лунтик X тупой, барашек наш. Ну, я думаю, что мы проиграем по-любому. Ну, давайте, короче, проиграем. Шикарный звук из ФНАФа, блин. Попробовать снова. Ну, давайте, блин. Понятно, эту хрень пропустить нельзя. Короче, как только заканчиваются титры, сразу эта хрень... Сразу нажимаем лево. Хотя лучше уж сразу зажать. Не знаю, может быть, это что-то поменяется или нет. Да. Короче, надо держать. Чтобы можно было легко выиграть. Вот он там присоединяется наш. Едет, значит, паровозик из двух вагончиков. И к нам присоединяется вот этот злюка, третий. Во! Скорее в кусты! Так, ну, значит, они забежали в кусты. Тихо! Шикарно. Он ушел? Вроде да. Блин, почему хоть кассеты такие долгие? Отлично! Это круто! Надо всем об этом рассказать! А потом пойти траву жевать. Мы прямо поэты! Так, я что-то не понял. Они рады тому, что их в деревне наступил тотальный звездец, я что-то не понял. Я вообще хз. Пойти рассказать кому-нибудь, они точно не смогут. Да и пойти траву жевать. Ну, пойти траву жевать, это в их стиле. Они прям очень любят это делать. Прям очень-при-очень. Мангал, ты чё тут забыла? Мангал. Мангал, блин. О, налево идти нельзя. Манго, ты что-то потеряла. Тебя Фокси там давно ищет. Гусеницы нам сказали, что их чуть не схватил Лунтик Икс. Мой свой брат. Братишка он, значит, твой, да?
Я тебе покушать принес. Вон, тебе надо всех предупредить. Да, а то никто не готов. 2 часа спустя. А чё так долго, я чё-то не понял. Отлично, всех предупредили. Так, так, надо убить Кузю. Стоп, он здесь. А чё ты там сзади? Надо идти ко мне домой. Я пойду к себе домой, а я к Лунтику. Идем мы, значит, как-то за Кузю. Бежим, точнее, под эту... Вот этот ремикс Sonic XZ. Охренеть. Короче, мы проиграли. Вот такой вот трофу. Если держать вправо, но добавок еще нажать вверх или вниз, то он остановится. Поэтому я вообще хз. Давай, блин. Давай, уже беги. Музыка тут прикольная очень. Мячик. Там кинотеатр идет. Все, добежали мы до домика. Отлично, успел. Так, не так быстро. Ни хрена ты нож запульнул. Успеет, нет? Успел. Черт, не поймал. Ладно, позже поймаю Милу. Скоро я уничтожу всех. Уверен? Он ушел. Так. Ты чё ко мне подходишь? Лунтик, ты Икс. Чё с музыкой происходит? Чё? Лунтик, не надо, не подходи. Не подходи. Лунтик, не подходи, пожалуйста. Мне тебя в игре хватает. Не надо. Не надо, чтобы ты попал к нам. Ой, как страшно вообще. 1 час спустя. Тут уже быстрее пошли. Не понял. Тут довольно прикольный баг. Можно вообще даже не бежать, а просто стоять рядом с ним. Ну а тут еще замедленный трек на головании. Ритм на головании. Так, давай сюда, значит. Мила увидела пещеру и решила там спрятаться от Лунтика X. Тут я спрячусь. Быстрее, быстрее! Ох, матершинник. Диана там, я когда-нибудь поймаю всех. Пойду превращу гусениц моих рабов. Скоро вам пипец будет. Что за хрень? Вот тут уже, блин, проигрыш нормальный такой. Тут теперь пошел текст Гастера, попробовать снова. Ладно, давайте уже пошли заново. Музыка есть, когда стоит соседа хардкор. Я в эту игру не играл, но, возможно, буду. Буду там страдать по полной. Вот он, Лунтик Икс. Лунтик! Лунтик! Успокойся его, блядь! Успокойся его злого брата, блин! Блин, пчелёнок, ты что там смотришь? Ты разве помочь гусеницам не хочешь? Блин, они тут... Вот он. Что это за место? Не знаю. И все. Прикольно тут. Тема сожженного леса. Куча ножей. Вот он. Вообще не попрещай с немедленными рабами. Нет! Ну тогда выбор. Битва с вашими клонами или рабство? Битва! Ладно, ваши клоны сильнее вас настоящих. Битва будет в моем месте. Интересно, где? О, нихрена себе тут. Прикольно. Бьем, значит, как можем. Футбольный мяч, удар пупсиням. А чё они так жестко флексят, я не понял. Что этот башкой свои вертит на 360 градусов? Кто этот с пистолетом, блин, стреляет? Пистолет, это не игрушка, чувак. Эти, блин, танцуют с своими раковыми жопами. Гусеницами жопами.
Да, я уже проиграл, походу. Ну или нет, потому что я регенерирую после каждой атаки. Но я реально не понимаю, почему здоровье у меня так резко падает, блин. Я реально сейчас проиграю. О, блин, все. Тут даже лечения нормального нету. Я вообще хз, как тут играть. Они тупо меня сильнее в разы. Да успокойтесь вы, блин. Я сейчас сдохну. Все, блин, я проиграл. Давай. Ну, блин, давай сдохни ты уже. Сдохни. Сдохни. Да! Победа. Я ж думаю, я проиграл. Как вы победили? Ах, придется вас отпустить. Но через 3 часа лови всех бога. Интересно, как именно? А в это время... Ох ты, текст из Undertale. Прикольненько. А в это время с Корнеем Корневичем происходит коррупция настоящая. Как во Friday Night Funkin', блин. Где я? Спи! Ладно. Я материться не буду. В отличие от этой фиолетовой срани. Я хз, что за музыка там играет. Тут, блин, черепа. Гамма вообще искаженная вся. Дядя Корней, время умирать! Ты как хоть нож-то запулил в него, алё? Так, ладно, нажимаю на эту галочку. О, челёночек. Где я? Где все? Где Лунтик? Кузя? Мила? Опять же... Там же. Чего он так крутится? Не помню, почему он постоянно это, останавливается что-то такое. Тут на колокольчик даже глаза есть. Вот, глядите, что там глаза есть. Вот тут. Ладно, давайте уже летим. Да блин, музыка, как это может останавливаться? Да задолбала. Может быть, эта музыка прикольная, ты постоянно это... Охренеть. Пчеленок, пришла твоя смерть тебе в гости убить. А смерть это я, а гость это ты у меня. Пчеленок, что, погоди? Пришла твоя смерть к тебе в гости убить. Типа, смерть приходит в гости. Смерть это он, а гость это ты у меня. Что, блядь? Это ломает мозги. Где мы? Спокойно, пойдем вперед, шагом марш! Ох, муравьи, это плохая идея, это очень плохая идея, дебилы. Старая добрая музыка Sonic XE. Вот он. Сдохли, муравьишки! Я всех убью! Вот какой я злой опять! Сорян, что я ору, но тренд шикарно. Этот текст, блин, с матами, это шикарно. Кстати, с какого хрена говорят нам? Вот, блин, говорят нам, не произносить эти мат. Зачем их тогда придумали? Вот такой же вопрос. Да, блин, все, хары, давай, заканчивайся. Кучу убийств спустя. Интересно, что там такое произошло? Я всех убил, это круто! Не круто. Нет, пора тебе умереть, и тогда оживут мои друзья. Опа, пошла в стиле ФНАФа музыка, это битва. А трек это последняя фаза Мега Флауи. Это шикарно, блин, опять же говорю. Так, Лунтик, значит, у нас бьет, Кузи кидает мячи, а Мила лечит. Хорошо, давайте бить дальше его. Не знаю, насколько эта битва затянется, но... Я сниму всю, потому что мне как бы делать нехрен. Надо же как-то растянуть видео, чтобы было подлиннее, покруче и так далее. Поэтому если эта битва будет полностью, блин. Я задолбался уже путаться в словах таких простых.
Смотрите, я уже за минуту снял довольно-таки много. Я спасибо, трифайл заложу. У меня сейчас уведомление выскочило, что загрузились оставшиеся трифайлы, но вы их не видите, потому что у меня охотный режим. Так, пора лечиться нам. Блять, спасите меня, я кайфую от этой... я кайфую от этой песни, это капец как круто! Меня все распирает! Да блин, давай лечись уже по-нормальному. Интересно, как у него из пистолета вылетают ножи? У меня такой вопрос. Да кидайся ты уже! Смотрите, я уже снял почти половину хп. Это круто. Так, половина, значит, это где-то вот тут. Это вот тут половинка. По-моему, ударом вообще ничего не наносит. А хотя нет, довольно-таки много наносит. А мечи? Да тоже неплохо. Но удар все равно больше. Блин, давай, лечись. Надо Лунтику нормально-таки здоровье восстановить, все нормально. Кстати, прикольно, тут Мила тупо стоит в слезах, Кузя, значит, качает рукой башкой, а Лунтик в слезах, но тоже качает рукой. Ты у вас что, дискотека такая против этого убийцы, что ли? Я ни хрена не понимаю. О, прикольно, половину уже мы сняли. 777 здоровья у Лунтика, это повезло, это число крутое, это число спасения, блин, я не знаю. Но 3 семерки, это означает, что круто будет потом. Ну, как вы знаете, в джекпоте, там, казино, это 3 семерки, это значит джекпот. Точно так же и тут, походу. Давай, блин, мы уже... Да ё-моё, телефон, да сдохни ты уже, наконец. Прекрати, не... Да, ладно. Ладно, машину давай, добьём его. Слушай, Лунтик, а Лунтик, кстати, не задолбался там? Я тебя уже сильно покалечил. Почти все хп себе снял. 3/4, но тоже нормально. Главное, чтобы 3/6 не было. Да когда ж ты уже сдохнешь-то, а? Когда ж ты сдохнешь-то уже? Ты задолбал. Давай, давай, совсем чуть-чуть осталось, чуть-чуть, давай, последний удар. Happy end. Undertale. Дополнительно, что тут дополнительно, персонажи. Мини-игры, новые персонажи, Лунтик, Лунтик Икс, Кузя, Мила, Пчеленок, Муравей, Командир Муравей, Вупсень, Вупсень, Корней Корневич, Клон Вупсень, Клон Пупсень. И все. Окей. Че в мини-играх? Убеги от Лунтика Икс. Окей, го. Опять же, круто. Других персонажей можно не смотреть. Так, собери землянику за 20 секунд. Сорок клубники за 20 секунд. Но это дело легче легкого. Все. Пчеленок перелетает через цветы. Нажмите Shift, чтобы подлететь. Ух, блин.
Ладно. Мы все уже посмотрели. Переходим к третьей игре на сегодня. Последняя игра на сегодня — это Лунтик Икс Мультивселенная. Game by Mr. Darkster. Блин. Ладно, давайте сначала посмотрим благодарности. Ребят, спасибо вам, мистер Даркестер. Криполапый разработчик, Декарт крутой ютубер, а Азазель крутой ютубер. И все? Ладно, давайте играть. Там-там-там. Внимание! В этой игре содержатся резкие звуки и изображения. Если вы беременный мужик, хлебушек, человек, доширак или эпилептик, не играйте в эту игру. Разрешено только рыбам старше 140 лет. Ну, старше 140 это хрен кто доживет до этого возраста. Поэтому старше 12 лучше. Ура! Снимать новый ролик! Я бы хотел видеть Декарта вот в такой, блин, квартире. Это шикарная квартира, блин. Тут комп, блин, охрененный. Монитор тоже. Там Grand Royal Hotel Best in the World. В комнате открылся портал. Из него выходит Лунтик Икс. Привет, Декарт. Ты постоянно снимаешь ролики про нас. Я пришел дать тебе звездюлей. Дать мне звездюлей, блин. Ну нах, я убегаю в портал. Я не знаю, какой ракурс подобрать. Блин, вот что это за Декарт? Это Декарт в костюме Балди, если честно. Вот прям really похоже как-то. Ты не пройдешь. Game over. Попробовать снова. Подсказка для даунов. Попробуй зажать стрелочку направо. А я, блин, подумал, что да, надо нажимать D. Ура, я убежал. Так, ну телепортируемся в мир. Первый. Опа, Лунтик. Фух, я все-таки сбежал. Спасайся, наш мир, зажватели гопники. Оп. Да блин. Так. Да ё-моё, это что такое хоть? Это типа мне не надо останавливаться, что ли, чтобы они меня не угрохли нафиг, или чё? Я ни хрена не понял. Что, блин? Все, я понял, там шипы есть еще. В смысле, блин, а как прыгать тогда? На шип, что ли? Это самое долгое привыкание к управлению. Че? Букашка-гопник. Попался, блэд. Ой. Хватает Декарта за ногу и утаскивает в бункер. В бункере. Они ушли? Тихо. Вроде да. Какого хрена тут происходит? Лунтик Икс совсем с ума сошел. Он открыл миллионы порталов и перемешал все вселенные. В наш мир вторглись гопники и захватили всю планету. Спасибо, что прояснил ситуацию, Кузя. Но нельзя сидеть и прятаться. Нужно найти Лунтика Икс и дать ему контр-звездюлей. Ну, а еще мне домой надо вернуться. Боже, просто посмотрите на эту аватарку. Это просто шикарно. Это блин, такое мое лицо, когда я смотрю приколы по НМТ. Вот честное слово. Вроде нет никого, вылазайте. Идем. Блин, я, наверное, буду вот так вот, без мышки так делать. Так, короче. О, музыка Mortal Kombat, которая, возможно, под авторскими правами, поэтому... Как есть уж. А что у него за автомат у Деда Шера? М16, что ли? Или М32? Я что-то не понял. Хрена ты мечешь пулями? Но они слишком слабенькие. Черепами кидаешь, ты что, охренел? Так, давай, лечение. Лечение. О, на максимум. Так как ты хоть попал-то там? Меня еще бесит вот слишком долгая перезарядка. Вы заметили, они... Этот выбор слишком долго перезаряжается, типа. Я посчитаю. Thank you.
7 секунд дождать. Прикиньте, надо ждать целых 7 секунд. Все, давай. Они убили моего деда. Не бойся, это не твой дед, это всего лишь экзоклон. Ну, я пошел. Не спеши. Надо проверить, точно ли это твое измерение. Ну ладно, пойдем. И где мы? Мир Лунтика Гадхас Носамбрерос. А откуда ты это знаешь? Долгая история. Там просто снимал видео по этой фан-игре. Так. Идеально. Кажется, там впереди банк. Пойдем спросим, где тут портал. Блять. Кто-нибудь дайте мне оригинал этого мема, который сейчас на заднем плане играет, только без вот этой хрени. Клаксон или что это хоть. Здравствуйте, вы не знаете, где портал? Знаю, но не скажу. Идите сначала поймайте опасного поцика, он все время ворует косари. После долгой дороги. Вот на опасный поцик, который из мемов. Ну, держись, опасный поцик. Ой, блин. Микрофон тупой. Косарь! Что тут играет за музыка, я без понятия. А с каких это пор эти деньги стали опасными? Прям одна банкнота 1000 рублей? Снимает вот столечко. Вот столечко. Так он еще бутылками швыряется! А ты не охренел бутылками шампанского швыряться, а? Ты что, охренел? Тебе сколько лет опасный пуцик? Телефон, я тебе сейчас раздублю. Кто-нибудь дайте мне оригинал этого трека, блин. Я просто хочу послушать ее. Да блин, хоры мне бить уже. Это бред, согласен. Главное, чтобы он сейчас... лечись. Что такое банкнота здоров... О, все, звездец пришел. Мне пришел звездец. Банкнота, что ли, 10 тысяч рублей? О-о-о. Мем про повара. Повар спрашивает повара. Хо-хо-хо. Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер? Ладно, давайте уже, хватит лечиться. Можете кто-нибудь скинуть мне оригинал этого трека без ремикса? Блин, битва с ней реально долгая. Дам тебе лайком в шапку. Нормально там тебе лайком по шапке дало. Нет. Лучше лечиться. Да что так много-то урона? У меня лайки вообще и том меньше наносит. Это вот тут. Еще 2 лайка и все, он проиграет дед. Давай, блин, лайк. Так. Не знаю, сможет ли он еще. Сможет ли выдержать. На 3-й лайк, но. Нет, не выдержит. Ахтя не выдержит, да, выдержит. Выдержим, давай. Главное, чтобы он бакнул 10 тысяч. Ладно, похрен, давай. Ха, ты получил по заслугам. А, давай, косари. Ну ладно. В банке. Ну что, вернули мои косари? Да. Отлично, портал слева по коридору. Точно слева. Сейф. Снуп Дог, привет. Снупи эвридей. Гуми эвридей. Эй, пропустите к порталу. Конечно, нет, муза, пока. Опять же, битва с этим. Да. О, хиппи! Сигареты, блин. Снудок Торитос. Я так понял, все Торитос под адскими бровами. Ну, почти все. По-моему, тут можно обойтись даже без лечения.
пробой сигареты Мао наносит. То же самое и Доритес. Не, ну реально. Хотя нет, лучше полечусь на всякий случай. Господи, зомби everyday. Snoopy everyday, блин. Сука, это шикарно. Давай последний лайк. Отлично, путь чист. Декарт, пойдем уже. Еще секунду, мой мир это ценится. Ну, золото это точно. Ядритика, возьми меня. Откуда Кузя знает это слово? Сорян, что обрубилась, просто я сейчас нахожусь в деревне. И тут разговоров просто до хрена, каждую секунду практически. Так, что это за место? Не знаю, но с этим миром что-то не так. Ну, естественно. Икшакуб, Илз, Илапан, Сан, Ан, Етигамоп. Что он сказал? Не знаю, но те букашки бьют других. Может, им поможем? Давай, кнопка, нажми для атаки. Ну, как я понял, этот трек тоже находится, блин, под авторскими правами. Все. Тремя злыми уродами меньше. Обисапс. Я поняла, он говорит задом наперед. С переводом задом наперёдского. Вам налево, но... Перевод задан Перёдского. Но там обитает весенний дух Пупусиня, который безжалостно уничтожает всех тех, кто приблизился к порталу. Окей, пошли. Вот он. Эй, смертный, ты зашел слишком далеко. Умри или прими бой. Хотя ты умрешь в любом случае. Ну, тогда лучше прими героическую смерть. Камни, блин, очень слабенькие. А фаербол то же самое. Лаки тут побольше. Вообще мне нравится трек Метатона, когда он еще компьютерный. Ладно, я петь не буду. Мое пение треков очень ужасное. Так, это типа викторина. Давайте в ИНМТ. Типа мы краткий. А это, к примеру, Курасан, которого в 7-м эпизоде исключили. Да, из-за спойлеров сюжет 7-го эпизода. Блин, ну что такой серьезный, блин? Блин, он наносит нехилый урон теперь. Во! Это охрененный чувак. Да, я честно, уже нормально. Давай, лайк. И на последний еще. Давай, последний. Последний. Сука, не последний. Давай уже. Все. Отлично, путь чист. Интересно, какой пятой точке мы окажемся на этот раз? Экземир? Похоже на это. Пора положить этому конец. Все, идем. Кажется, впереди замок. Там точно прячется этот красноглазый урод. Ну, 100%. Че он такой огромный? Музыка во всех хоррорах. Пора положить конец тому господству. Ты далеко зашел, смертный. Посмотри, на что ты способен. Этот текст писала Тэмми. Омега Флау уже во второй игре на сегодня. Только там была тема... блин, в финале. А тут твой лучший кошмар. Блин, да хары меня бить уже. Если это видео посмотрит тот самый дебил Флауи. Ну я, блин, вообще не офигею, что он тупо зарешет от этого трека, блин. Я его полностью знаю, он скотина та еще на самом деле.
Харри меня би... Нет, лечение, сука. Скоро сейчас будет трек терпения. Я был прав. Тут трек терпения. Храбрость. Ну я же, блин, знаю это все. Я знаю все эти треки полностью. Давай, еще лайка 2 или 3, и он проиграет. А потом еще будет жестокие, наверное, схватки. Я не знаю. Я помолчу теперь. Я просто жду, когда Флау это видео посмотрит, начнет угорать с этого трека. Его полностью знаю, он будет угорать. Говорить, какой он там сильный и так далее. Прощай, Лунтик Икс. О нет, простите, учитель. Какой позор. Глядим, как надо уничтожать смертных. Вот это Экзектор. О, теперь трек финального босса в Sonic 3. Вот серьезно. Биться с ним тоже довольно-таки легко. На самом деле биться с ним легко. Влад это до сюда снимает. Ну-ка. Да, много снимает. А ножик это все ничего. Нормально. Вот тут, по-моему, битва все зависит на удачу. Типа какой-то снаряд может появиться, какой-то нет. И от этого зависит исход битвы. Я сам не знаю. Не, вот арена. Синтезатор 100% тут играет. Хрен себе, я не умру. Интересно, что будет, если умереть, а хз? Нет, ты меня не убьешь. Я боюсь, я не доживу. Если я кину лайк, то я точно не доживу. Ну-ка, проверим. Сука, там еще немножечко осталось. Вот полосочка маленькая. Давай, последний. Все. Довольно! Создатель. Хрена создать у тебя лицо. Придурки, вы понимаете, что вы натворили? Первое, вы побили известного рэпера. Второе, вы побили правителя Гнусного мира. Третье, вы убили Экзектора, тем самым прервав процесс создания защиты и разрушения. Готовьтесь к уничтожению. Выбор за тобой. Присоединиться к создателю — плохая концовка, или сопротивляться создателю — хорошая концовка. Ну, на плохую концовку пойдут только чепушилы. Я же пойду на хорошую концовку. О! Save the world! Идеально, конечно, фон битвы. Интересно, автор тебе нормально там драться с самим собой? С темой Азриэля. Ни хрена, до термоядерной бомбы швыряешься там? Он швыряет термоядерные бомбы, прикиньте. Той самой, которая способна уничтожить полпланеты. Давай, блин, лайк. Да не, блин, там много лайков на него надо. Давайте, ставьте лайки, мы одолеем этого скотину. Этого создателя. Я чуть было не отругал создателя. Нет, так нельзя. Надо уважиться к создателю с уважением. Поэтому давайте, ставьте лайки, мы одолеем создателя. Давай, блин. Ты моя ядерная бомба, Ладно. Да лечись уже. Блин, неудобно.
Он тут использует вообще все оружия, которые тут были. Все снаряды, кроме бутылки водки, сигареты, чипсов Доритос и ножей. А остальное он использует. Но еще новенькое это что-то. Эта музыка на пацифист способна просто до костей пробить. Блин. Не, реально, до костей может добить. Прям, когда слушаешь все это, ощущаешь, что вот-вот, конец настанет. И на второй фазе у тебя слезы самостоятельно льются. Вот у меня реально лились. Это ж трогательная, блин, концовка. Очень. Но как бы все правильно, там, хорошие концовки всегда должны быть такими трогательными. Так, термоядерная бомба, ты задрал ее швырять. Хотя, кстати, удивительно, что она снимает какую-то часть ХП, а не полностью убивает Декарта. Как-то странно, ну ладно. Нет! Нет, ты меня не убьешь! Ты моя ядерная бомба! Ну или атомная бомба, я хз. Я не понимаю, почему мне все время тянет подпевать под это. Нет, я просто хочу постоянно подпевать. Вы просто слушайтесь во все это. Просто слушайтесь в этот трек. Меня вот, например, сейчас пробивает до костей, вот серьезно. Точно так же будет и в оригинале. Так, давай уже лечись. У создателя совсем мало хп осталось. Осталось всего половина, немножечко лайков. Давайте, добивайтесь. С каждым лайком увеличится шанс победы над ним. Давайте. Ты задолбал швыряться термоядерной бомбой. Ты, блин, на меня еще кусок бетона, блин, набракинь. Вот вообще больше 100-500 будет. Надеюсь, ты не добавишь. Ну, давай. Добейся, один лайк. Есть! Смертный, ты меня одолел. Теперь по законам вселенной ты должен занять мое место. Нет. Спасибо, но можешь сделать кое-что другое. Шепчет что-то. Интересно, что он там может шептать? Окей, спасибо. Хорошая концовка. Так и закончилась эта история. После встречи с создателем у Декарта появилось какое-то там количество подписчиков. 9 гуглов, наверное. Нет, гуглов. Квинтиллиардов подписчиков. ТВДП пошел нах, Декарт это король. Круто. То же самое и с T-Series. Декарт вернулся домой. Создатель успешно восстановил глючный мир. Мила, Кузя и Лунтик вернулись домой. Все, кого заэкзировал Лунтик X, были разэкзированы. Ну и словечко. Ну, короче, хэппи энд. Ждите вторую часть и другие игры от Darkestera, которые выйдут так же скоро, как Half-Life 3 и Mario Castle 2. И поддержите мой YouTube-канал Мистер Darkester. Спасибо вам за игру. И, да, на мой канал тоже подпишитесь, поставьте лайки. Все. Прохождение этих трех игр закончено. Видео закончено. Всем удачи, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.